Короче, я сейчас залезу на эту вышку, и мы их подорвем. Точно, Фредди! Ладно. Фредди, только аккуратней! Хорошо, я постараюсь аккуратно. Молодец, Бонни, сколько у тебя? А что такое, ля? Да подожди, давай бабки. Сейчас мы ему заплатим, он нам расскажет, как уничтожить этих роботов. Слышь, дедуля, сколько тебе там надо? 500 тысяч платите! 500 тысяч за секрет! Капец! Ну ты егерь и вообще спекуляга! Давайте платите бабки, иначе ничего я вам не скажу! Капец! Бонни, сколько у тебя? 500 тысяч есть? Я уже за миллион с собой! Блин, ах ты! Ах ты, богатенький Буратино! А вечно клянчишь у меня на мороженое, на кефир! Что такое? Мне мама всегда велела с собой носить деньги, а вдруг пригодится! Молодец! Ну ты молодец! Гони бабки! Ладно, да, Фредди, на! Так, хорошо, молодец! Так, так, егерь, вот тебе! На, 500 тысяч получи! О-хо-хо, отлично! Я сейчас вам все расскажу! Говори, дедуся, быстро говори! Короче, если этих роботов отключить, когда они без питания, их можно взорвать, и все колдовство, которое бабка Гренни в них вселила, их черные души погибнут. Офигеть! Спасибо, дедуся! Ха-ха-ха! Могу еще за 500 тысяч сделать вам какого-нибудь аниматроника! Вот это так, спокойно, спокойно, дедуся, сейчас! Так, ребята! Что? А чё, Фредди? Что такое, Фредди? Короче, он сказал... Я слышал! Если мы их подорвем, когда они отключены, мы их уничтожим! Да, а если они не отключатся, а? Блин, а что ж надо делать? Он говорит, может еще ребята создать какого-нибудь аниматроника или монстра, и если что, он победит этих монстров. Давайте пусть на всякий случай создаст нам кого-нибудь. Да, пусть меня создаст большую. Блин, ну Чика, нет. Нет, давайте лучше меня большого. Нет! Так, Бонни, что скажешь? А давайте создадим какого-нибудь страшного большого монстра! Точно! Давайте! Точно! Я тоже об этом подумал! Пусть он создаст нам на всякий случай какого-нибудь гиганта! А, хотите, чтобы я создал для вас монстра? Да, дедуся! Пусть создаст Cartoon Cat'а огромного! Можешь, дед? Можешь создать Cartoon Cat'а? Конечно! О, 500 тысяч гоните! За 2 дня я вам все сделаю! Ух ты, дедуся! Ну ты вообще! Спекулянт ты, дед! А что? Хочешь жить? Умей вертеться! Я раньше работал на Скотта Калтона! Да знаем мы! Да знаем, дедуся! Бонни, гони еще 500 тысяч! Капец! А когда вы мне отдадите? Отдадим как-нибудь! Давай, не бздюкай! Капец! Вот, на, Фредди! Давай, давай! Так! Вот, получи! Расписку только дайте! Сейчас тебе устрою расписку! Потом отдадим! Не бздюкай! Ладно, хорошо! Ну чё, согласны? Я вам сделаю крутого монстра! Да, дедуля, согласны, вот, на! На ещё 500 тысяч! О-о-о-о! Отлично! Приходите, ребята, через 2 дня я вам создам такого крутого монстра! Костюм! Вы можете, каждый из вас сможет его одевать! Он будет неуничтожаемый! Офигеть! Ну, дед, ты даешь! Ладно, только не обмани!
а то мы тебя потом найдем, получишь. Ха-ха, вы чё, обязайте. Я работаю уже 50 лет, создаю аниматросов. Ладно, дедуля, мы тогда пойдем к бабке. Ты давай создавай, а мы попробуем уничтожить ее, вот этих роботов. Попробуем узнать, как их бабка отключает и взорвем. Ну давайте, через 2 дня приходите. Ладно, все, ребят, погнали. Дед пусть делает роботов, а мы пойдем попробуем отключить и взорвать тех монстров. Слышь, на фрейле, а видит, дед барыга ограбил меня за 1 000 000 баксов. Ничего-ничего, потом как-нибудь отобьем. Как отобьем? Как отобьем? Это, слышь, я хотел сказать одну вещь. Блин, чё такое, дедуля? Что случилось, дед? Короче, такое дело, бабка отключает аниматроников и ставит их на зарядку в 12 часов дня. Так что приезжайте к 12, они будут выключены. Спасибо, дедуля! Да! Эй, спасибо, дед! Ну, дедуля, ты молодец! Ты что, действительно работал на Скотта Картона? Да! 50 лет! А потом я таких стал создавать монстров! Ладно, дед, все, мы поняли, давай, иди работай! Ладно, хорошо! Все, погнали, ребят! А, погнали! Фредди! Так, сейчас 11:30! Может, успеем? Часуйте, часуйте! Пока, дедуся! Привет Скотту Картону! Я с ним не разговариваю! Я работаю сам на себя! Ладно, дедуля, пока уже! Офигеть! Вот это да, видали? Настоящих аниматроников создает этот егерь! Ага! Блин, странный он какой-то! Видно, сильно любит деньги! Ага! Сильно любит деньги! Он сильно любит мои деньги! Не переживай, Бонни! Мы тебе вернем! Сейчас главное успеть. Если бабка отключает этих роботов, то мы сейчас приедем и взорвем их. Точно? А если не получится? Ну тогда через 2 дня приедем, возьмем костюм, который он нам создаст, крутого монстра Cartoon Cat, и тогда кто-нибудь оденет этот костюм. И что тогда? Кто-то оденет этот костюм и уничтожит этих роботов-монстров. Чего я не буду одевать? Я могу одеть. Я тоже могу одеть. Точно, Фредди? Или ты одевай, или спринтрапик. И тогда разберемся. Точно, да. Так, ладно, ребята, поехали к бабке. Надеюсь, нам повезет. Так, ребята. Фредди, подъезжаем. Нужно быть очень аккуратным. Да, ребята. Так, нужно быть очень аккуратным, чтоб нас бабка не спалила. Да, если она заметит, это капец. Так? Надо машину поставить за домом. Давайте. Фрей, вообще-то 12:01. Блин, если мы сейчас нам повезет. О, офигеть. Что, Фрей? Она поставила их на зарядку. Вот они. Вот это да. Их даже 3. Блин. Вот это да. Их 3. Гадкая бабка. Она подготовилась. Вот это да! Вот эти монстры! Она их поставила на зарядку! Фрей, надо взрывать, пока они не зарядились! Согласен! Офигеть, какие они здоровые! Вот это да! Огромные гиганты! Фрей, ты взял с собой взрывчаточку? Конечно! Да! Да, мы все взяли! Да, мы взяли! Надо взрывать! Ладно? Ладно, ребята. Сейчас мы их подорвем и все. И наши проблемы решены. Слышно, Фредди, классно! Короче, я сейчас залезу на эту вышку, и мы их подорвем. Точно, Фредди! Ладно? Фредди, только аккуратней! Хорошо, я постараюсь аккуратно. Сейчас мы их подорвем и все. И наши проблемы решены. Так. Ух, какие они здоровые, какие страшные.
Так, ладно. Вот так. Вот так, блин. Так. Вот так. Фрейлины активировали! Взрывай, взрывай! Взрывай! Блин! Блин! Вот вам! Вот вам! Получите! Получите! Получилось! Мне еще один. На! Получи! 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 Получилось, Фредди! Получилось! 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 Вот это да! Я это сделал! Офигеть! Здорово! Мы победили! Мы победили, ребята! Все! Завтра нам дед сделает еще одного крутого монстра, и бабка нам не страшна! Слышно, теперь нам бабка не страшна! Все, ребят, погнали домой! Погнали домой! Это что такое? Еще один! Уничтожу вас! Офигеть! Вот! Вы уничтожили моих братьев! Блин! Фрейли, ты живой? Блин! Мама, дорогая! Ты не уйдешь от меня! Ты уничтожил... Сейчас я вас уничтожу! Капец! Еще один! Их четыре! Вот тебе! Фрейли, дай ты ему! Я не могу! Дай мне силы! Я не могу тебе силы дать! Я потому что... Я боюсь! Капец! Колдун недоделанный! Все! Уничтожу вас! Мама дорогая! Гадкий монстр! Что делать-то? Фрейли, надо прятаться! Быстро! Быстро убегай от него! Куда-то... Попался! От меня не убежишь! Фрейли, за кустик спрячься! За какой кустик? Вы не уйдете от меня! Никто не сможет спрятаться от меня! Блин! Достали эти монстры, гадкая бабка! Фрейли, в туннель! Фрейли, давай в туннель! Уничтожу вас! Не оставлю от тебя ни кусочка! Сотру в порошок! Фрейли, позвольте ты в туннель! Да не могу я! Гадкий монстрила! Не убежишь! Не убежишь! Фрейли, да в туннель быстрее! Он меня опять превратил в ледышку! Я тоже! Все! Фрейли, быстрее, почесали! Ой-ой-ой! Так! Фрейли, в туннель! Вот так вот. Так, я в туннеле. Фрейли, вроде убежали. Капец, бабка их создала еще один. Ну все, короче, теперь ждем 2 дня и едем к деду. Едем к этому леснику. Это егерь вообще-то. К егерю леснику не важно. Он должен намотать нашего монстра, и мы уничтожим этого. Точно? Отлично, хорошо! Все, ребят, теперь увидимся через 2 дня! Да, ребят, если понравилось, поставьте лайк! Ребят, поддержите нас! Поддержите меня, Фрейли, Спринтрапика, Чику и Бонни! Да, ребят, поддержите нас, поставьте лайк! Ребят, поставьте лайк и напишите крутой комментарий! Все, до встречи! Все, ребят, до встречи! Пока всем!